Сибирская монета ходила за Уралом во второй половине 18 века. Печаталась из меди с примесью серебра и золота. Сегодня это бренд Алтайской игорной зоны, одного из четырех мест в России, где можно легально играть на деньги. Первое казино открылось в 2014-м. В общей сложности инвесторам Алтая предстоит освоить площадь 2300 гектаров. Сибирская монета — это покерные столы, рулетка, больше 100 игровых автоматов. Причем часть — отечественной разработки. Мебель тоже сделана в России. В отделке приняли участие известные мастера из Италии. Казино работает в круглосуточном режиме, рассчитано на 500 посетителей единовременно. По итогам 2015 года сибирская монета принесла Алтайскому краю первые 55 миллионов рублей налоговых поступлений, приняв почти 35 тысяч человек. Среди любителей испытать удачу, как правило, жители Сибири и Урала, плюс гости из соседнего Казахстана и Монголии. Число посетителей должно вырасти после ввода второго развлекательного комплекса. Он будет целиком посвящен игровым автоматам. Проект предусматривает строительство до 2019 года нескольких 5- и 4-звездочных гостиниц. Пока работает только одна, и ее номерного фонда уже явно недостаточно. Параллельно будет открыта сеть баров и ресторанов с русской, европейской и азиатской кухнями. Магазины знаменитых мировых брендов, сибирская монета превратится в полноценный парк развлечений. Кроме казино, к услугам отдыхающих будут каток, аквапарк, танцевальные площадки и даже театры и кинотеатры. Ожидаемый объем инвестиций – почти 30 миллиардов рублей. Сибирская монета находится на пересечении популярных туристических маршрутов. Ближайший сосед, комплекс «Бирюзовая Катунь», помогает казино с размещением. В последнее время к Алтайской игорной зоне проявляют интерес гости из Китая, где азартные игры под запретом. Их группы, как правило, большие — до 50 человек.